привіт! Вітаю вас на каналі MedMagazine.ua. Очікуємо, поки до нас приєднуються гості. Угу, дякую. Сьогодні ми з вами проведемо дещо незвичайний ефір. Ви зазвичай звикли бачити, що у нас спікер присутній у студії. Сьогодні у нас буде спеціаліст, провідний спеціаліст з навчання компанії A&D. Це бренд домашньої медтехніки, який ви можете бачити на полицях нашого магазину MedMagazine.ua, Шкунков Іван. І зараз ми очікуємо, поки Іван до нас доєднається до ефіру. І хочеться почути ваш зворотній зв'язок. Будь ласка, відреагуйте, напишіть нам в коментарях, наскільки видно нас, наскільки чутно. Зараз чекаємо Івана. Іван, якщо ви бачите мене, у вас має бути отлично, спасибо. Да. Добрий день, дорогі учасники. Як мене слышно, видно? Всем привет. Да, супер. Пишу, что вроде хорошо, видно, слышно. Юля, спасибо. Да, вроде все хорошо, отлично. Хочется сказать пару слов, что сегодня мы поднимем очень такую важную проблематику. Это современные аспекты контроля артериального давления. И вот как раз Шкунков Иван расскажет нам про основную проблему, вот как поднимем вопрос гипертонии, гипотонии, что необходимо делать, методы профилактики, как правильно контролировать свое артериальное давление, насколько это важно в нашем современном мире, таком динамичном. Иван, тогда начнем с вступительного слова. Расскажите немножечко пару слов о вас, о компании, и будем приступать к нашему докладу. Спасибо большое, Юля. Да, меня зовут Иван, я занимаюсь медицинской техникой уже, наверное, больше 10 лет. Вот, причем работал в разных компаниях, но сейчас представляю интересы компании A&D. Что из себя представляет сама фирма A&D? Это крупный транснациональный холдинг. Продукция продается практически по всему миру. И этим мне как раз нравится мой выбор, да, то, что ну, сейчас путешествовать не так активно получается в период пандемии. Раньше приезжая в разные страны, у меня было даже хобби такое, заходить в аптеки вот, или медтехники в Америке, в Италии, в Англии и смотреть, какая медтехника продается там. Вот, A&D встречаются повсеместно. Вот это отличает компанию A&D от многих других производителей, которые есть также на рынке. Ну и несколько слов, чем знаменита сама фирма A&D. Для справки, это первая компания в мире, которая в 1984 году разработала и запатентовала современный тонометр. То есть тот, который мы сейчас видим, тот, который мы сейчас знаем, у многих производителей впервые был разработан компанией A&D. Базируется она в Японии, головной офис также находится там. Ну, как я уже сказал, продукция продается практически по всему земному шару. Ну, немножко отойдем от компании A&D и перейдем уже непосредственно к нашей основной теме, да, почему мы сегодня с вами встретились. Расскажу о проблемах гипертонии, расскажу о том, каким образом можно контролировать повышенное, а также пониженное давление. Вот. Если какие-то вопросы у вас возникают, пишите их в чате, постараюсь ответить на них максимально плотно, максимально полезно. Да, Иван, еще хотелось нашим гостям сказать пару слов. Насчет вопросов. До эфира мы тоже подготовили список вопросов, которые вы нам отправляли. И обязательно после вот нашего такого теоретического блока мы их озвучим, и Иван на них ответит. И обязательно, да, если у вас будет в ходе нашего эфира возникать вопросы, пишите, мы обязательно на них будем отвечать. Тогда приступим к основной проблематике. Уважаемые слушатели, зрители, я вас начали немножко попугаю, но не, скажем так, терминами, потому что сразу же предупреждаю, я по своей основной профессии не врач, не доктор. Вот. Ну, я думаю, большинство участников тоже к медобразованию имеют ну, не столь посредственные отношения, поэтому обычные для медиков термины я постараюсь рассказывать простыми словами, которые намного удобнее для восприятия обычными людьми. Вот. И по поводу попугаев, да, расскажу, сколько в
принципе, в цифрах занимают заболевания гипертония. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас население планеты – это в районе 7,5 миллиардов человек. Сколько из них страдают проблемами гипертонии? 1 миллиард. То есть каждый седьмой участник вот, нашего сегодняшнего мероприятия, да, имеет повышенное давление. Вот. Ну, чаще всего речь идет именно о гипертонии, потому что гипотонию считается легче, скажем так, поправить, да, чем понизить давление. Много это или мало, да? В среднем, по статистике, опять же таки, вот из этого миллиарда, да, около 17 миллионов в год умирает. Вот. Ну, для справки, 17 миллионов – это население Нидерландов. То есть практически от повышенного давления, да, целая страна может вымереть. Вот. Запугал, да? Не все так страшно. Если принимать, в принципе, профилактические меры, простые достаточно, да, можно свое давление очень легко контролировать. Вот, давайте все-таки еще расскажу немножко о том, что из себя представляет артериальное давление, для чего оно нужно, как работает сердце, тоже, чтобы понимать саму терминологию. Итак, простыми словами, наше с вами сердце – это мышца. Мышца, которая работает в роли насоса. То есть ее основная задача – перекачивать кровь. Зачем нужна кровь в организме? Да, такой простой, вроде бы, кажется, вопрос. Ответ на него следующий. Кровь разносит все питательные элементы по нашему организму. Среди них что может быть? Ну, пища, вода. И самый важный питательный элемент, без которого организм может просуществовать порядка 10 минут, это максимум, это само собой кислород. То есть без пищи человек может прожить 40 дней. Примерно такой вот срок. Без воды, ну, максимум 3-4 дня. Без кислорода максимальный рекорд, который был установлен до этого, около 10 минут. Затем идет омертвление тканей, в первую очередь головного мозга. Вот. Кровь разносит вот эти питательные вещества по нашему организму. Как я уже говорил, в роли насоса выступает сердце. Вот. И сердце, как насоса, дает давление. Нормальное давление на стенке сосуда, как раз артериальное кровяное давление, находится в диапазоне 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Верхнее давление, систолическое, это давление в момент сжатия сердца, то есть максимального напряжения. Нижнее давление, диастолическое, возникает при расслаблении сердца. То есть мы сжали сердце, повысилось давление, раскрылась диафрагма, сердце в расслаблении, это диастолическое давление, нижнее. Если есть проблемы с нашим давлением, да, то есть оно очень сильно повышается, соответственно, возникает очень большая нагрузка на фактические сосуды. Вот. Сосуды у нас подключены ко всем органам нашего тела, то есть это почки, сердце, головной мозг. Если давление превышает допустимые пределы, сосуды могут просто не выдержать. Ну, о проблемах каждого конкретного органа мы с вами поговорим чуть попозже. Сейчас я хочу рассказать, что является нормой, что является отклонением по артериальному давлению. Да? Тоже очень часто спрашивают, например. Он считает, что классика – это давление 120 на 80. Вот. Что признается отклонением, что признается патологией. Здесь сразу же хочу сказать, что все очень-очень индивидуально. В качестве примера приведу свой личный, из моей, скажем так, практики, из моей семьи. У меня была бабушка родная, Царствие Небесное, сейчас она уже не с нами, который на момент, ну, моих активных экспериментов над ней был 102 года. Представляете, да, какой достойный возраст. Да, и в этом возрасте ее давление стояло выше 200 миллиметров ртутного столба. Она прекрасно с ним жила. Более того, когда ей пытались его понизить всевозможными препаратами, да, там, в том числе и медицинские работники, вот, она начинала чувствовать себя очень плохо. Но это больше исключение. Вот. Многие люди живут с повышенным давлением всю свою жизнь, прекрасно себя чувствуют. Да? Но если посмотреть на общепризнанные нормы, стандарты, да, то Всемирной организации здравоохранения была разработана специальная таблица, по которой оптимальное давление признается 120 на 80. Вот, то есть систолическое 120, диастолическое 80 миллиметров ртутного столба. Что является повышенным давлением, да? Ну или, скажем так, высоким нормальным давлением. Все, что больше 120, и все, что больше 80. Вот, то есть там, например, 122 на 85, это уже считается слегка повышенным. Но
если совсем верно писать по классификации, высокая нормальная. Вот. Гипертония начинается при давлении от 140. Вот. Первая степень гипертонии, да, 140 на 1. Друзья, вас, наверное, нас слышно, видно, потому что немножечко, Иван, у вас изображение нечеткое, и, наверное, связь прервалась. Акцию немножечко, чтобы понимать. Ага. Технический такой момент, что у Ивана, видимо, пропала связь. Сейчас подождем, пока он присоединится. Друзья, подскажите, будь ласка, как нас видно? Потому что, на жаль, у Ивана что-то с подключением с мережи интернет. На самому цікавому так воно і припинилося. Зараз чекаємо Івана, якби зараз мені вдасться з ним зв'язатися. Будь ласка, почекайте, не залишайте ефір зараз. Одну хвилиночку, думаю, що ми це владнаємо зараз. Одну хвилину. Да, дійсно, розказчика не слышно, тому що оборвалась связь. Зараз ми попытаемся настроїти. Угу. Пару хвилин, тому що є момент з девайсом, з яким Іван ось виходив в ефір. Зараз ми переєднаємо. Ой, зараз одна минута. На жаль, бувають такі... Негаразди, це зв'язок, що ж зробиш. Чекаємо одну хвилинку. Іван зараз зайде з іншого телефону, тому що ефір ми можемо провести лише ось так, з телефону, а не з комп'ютера. Є певні якісь обмеження. Поки ми чекаємо, ви пишіть свої питання у коментарях. Ми їх теж будемо відслідковувати, я буду відслідковувати, і десь за 20 хвилин після нашої основної частини ми будемо вже більш детально їх розглядати і надавати відповіді. Трошечки почекаємо. Можете... Угу. Да, дякую, тема надзвичайно цікава. І ось така в нас халепа, на жаль, сталася. До речі, тих, хто нас дивиться, скажіть, як ви знайомі взагалі з технікою і компанією AMD? Можливо, у вас є якийсь досвід уже використання тонометрів, а можливо, і інших якихось медичних приладів, наприклад, зараз як ніяк актуальне це медичні термометри, можливо, навіть і небулайзери. Дуже цікаво почути ваш зворотній зв'язок, наскільки ця техніка вам сподобалася, і тому що на ринку є надзвичайно багатий такий асортимент, в тому числі на полицях наших магазинів ви теж можете це бачити. До речі, декілька слів можу сказати. Компанія AMD, вона надзвичайно така цікава в плані своїх приладів. Якщо ви зайдете на сторінку офіційну сторінку бренду AMD Україна, то побачите безліч цікавої інформації. Там такого характеру, як пізнавальна про самі прилади медичні, а також
про їх експлуатацію. І, до речі, ось Іван, він такий класний тренер по навчанню своєї продукції, він дуже обізнаний і знає все, мабуть, про цю всю медичну свою техніку. І дуже класні є такі моменти, наприклад, тестування медичної техніки на міцність. Приміром, є лінійка тонометрів, які можна навіть, якщо раптом намочили, якось там потрапила вода, волога, то прилад, він працює як новенький, йому це нічого не, скажімо, нічого не страшить. Якщо ви зараз ось дивитеся, хто до нас ще долучається, пару слів скажу про те, що у нас сталося негаразд таки з з'єднанням. Наш спікер, він перервався зв'язок, справа в тому, що перегрівся телефон, і, на жаль, обірвалася наша доповідь. І о, Іван уже з нами на зв'язку зараз, ми вже його долучаємо. Перепрошуємо за такі моменти. Прямий ефір, все може бути. Зараз очікуємо зв'язок. О, отлично, Іван. Супер. Коллеги, прошу прощения за такую техническую неполадку, да? Телефон перегрелся. Да, уже я уже сообщила, что такое бывает, но, к сожалению, не застраховано такого. Надеемся, что все дальше будет хорошо. Я включил дополнительное охлаждение, температура. Итак, продолжим. Касательно нормы отклонения, да, по артериальному давлению. Все, что находится в норме 120 на 80, не превышает 140 на 90, считается более-менее нормальным давлением. Да? Вот. Все, что выше 140, уже врачи относят к артериальной гипертензии, заболеванию, которое влияет на очень многие органы нашего с вами организма любимого. Ну, давайте вспомним, какие органы в первую очередь страдают от повышенного давления. Самый важный орган, который отвечает за нашу непосредственную жизнедеятельность, это мозг. Вот. Чем опасно кровоизлияние в мозг? Ну, омертвением, скажем так, клеток головного мозга, да, которые приводят к замедлению процессов реакции, да, мимика меняется, то есть фактически человек становится наполовину инвалидом. Вот. А то даже и целиком бывает, вплоть до летальных исходов. Также страдают наши сосуды, то есть повреждение артерий в ходе отложения холестериновых бляшек на них. Да? Сосуды становятся меньше, давление возрастает. Если сосуд ну, вообще закупорится, да, ну, может образоваться, скажем так, прорыв, и опять же кровь поступает в ткани головного мозга, что приводит к очень быстрым реакциям, изменениям состояния организма человека. Также влияют повышенное давление на мельчайшие капилляры, которые распространены практически по всему нашему организму. И одни из самых мелких капилляров находятся в наших глазах. То есть при повышенном давлении может наступить очень быстро слепота, отслоение сетчатки глаза, вот, потемнение хрусталика. То есть это тоже зависит от высокого давления артериального. Кроме того, еще один немаловажный орган, на который влияет непосредственно на высокое артериальное давление, да, это сердце. То есть тот самый насос, о котором я вам говорил. Вот. Опять же, омертвление мышц, из которых состоит сердце, снижает его работоспособность. И если не следить за этим, то может потребоваться операция по замене клапана сердца или сердце целиком на искусственное. Вот. Это, конечно, очень дорого. Не каждая больница, не каждый госпиталь может пойти на такие расходы. Вот. И еще один орган, немаловажный, который отвечает за выведение шлаков и процессов жизнедеятельности нашей, это почки. Вот. Почечная недостаточность приводит к тому, что организм фактически получает очень большое число токсинов. Вот. Они не выводятся из организма, остаются в нем, вот. Возникает очень большая интоксикация. То есть вот эти вот органы, непосредственно на них влияет очень сильно повышенное артериальное давление. Вот иногда спрашивают, опять же, почему, в основном говорят про гипертонию, почему гипотония не является большим отклонением. Ну, как я уже сказал в начале, низкое давление достаточно легко поправить. То есть можно выпить энергетик или чашечку кофе крепкого, да,
Вот, и давление поднимется. И по статистике гипотонии страдает намного меньше человек, она не так ярко выражена. Хотя тоже, если очень сильно понизится давление, человек может пасть в кому. И помните прекрасно, да, очень известного писателя Гоголя, да, который, ну, по предположению, был заживо похоронен в гробу своем, да, когда гроб вскрыли, он был весь исцарапан. Вот. Он страдал гипотонией, есть такое предположение, что он просто впал в летургический сон, который не могли прервать, не могли его разбудить. Вот. Так что слишком низкое давление бывает нечасто, но это тоже опасно. Так, что еще хотел бы сказать? А какие симптомы? Как распознать, что вот я, ну, допустим, предрасположен у меня организм к гипотонии либо гипертонии? Например, просто есть такие моменты, что часто при гипертонии люди даже не чувствуют того, что у них какое-то вот что-то есть с давлением. Возможно, это какая-то там головная боль или что-либо. Это уже какие-то вот критические моменты. Юля, вот здесь как раз основная проблема в том, что гипертонию очень многие врачи называют тихим убийцей. То есть это заболевание, которое в большинстве случаев проходит бессимптомно. Более того, могу сказать, что примерно до давления чуть ли не 180 мм ртутного столба, да, ярко выраженных симптоматики вы не почувствуете. Ну, при очень высоком давлении или при резкой, например, его смене, да, в резком повышении, основные симптомы какие? Это боль в глазах, резь в глазах может возникнуть. Вот. Это ощущение, скажем так, мурашек на затылке, вот, височной части, как бы мушки такие появляются. Ну, психологическая симптоматика идет. Вот. Это потемнение в глазах, это, скажем так, ощущение сдавленности висков. Вот. Могут покраснеть конечности наши, то есть пальцы, там, ладони могут покраснеть, потливость может проявиться. Но это, опять же, в основном частые характеристики очень высокого давления или резкого изменения давления, вот, там, резкого скачка. Вот. В большинстве случаев симптоматику вы не почувствуете. И вот здесь вот самое важное, часто проводить диагностику и контроль артериального давления. Во многих странах, как я говорил уже, да, в начале, более миллиона человек страдает высоким артериальным давлением. Во многих странах давление контролируют чуть ли не каждый день. То есть, вот, например, страна, где впервые был изобретен электронный тонометр, Япония, да, там гипертонию практически победили. Но при всем при этом контроль давления там ведется, ну, у большинства пожилых людей каждый день. Вот, потому что тонометр есть практически в каждой аптеке. И в том числе сейчас очень многие молодые люди также начинают следить за своим давлением. С чем это связано? Почему молодые начинают следить? Давление повышается в том числе в современном мире от большого количества стрессовых ситуаций. Причем любых. Там, резко вскочил курс доллара. Вот, началась активная пандемия, закрыли границы. Не успел сдать отчет вовремя, начальник наругал, вот, сказал, что останешься без премии, давление опять подскочило. Не уступил дорогу на перекрестке, обругали тебя, водитель встречной машины, тоже давление повысилось. Все это является факторами психологическими, да, которые приводят к повышению давления. Кроме того, неправильное питание. В современном ритме, когда мы везде торопимся, очень часто покупаются полуфабрикаты, которые быстро можно приготовить или вообще не готовы перекусить, там какие-нибудь чипсы, снеки. Тоже это все влияет на увеличение доли холестерина в организме, которая оседает на сосудах, сужает стенки сосудов, повышает тем самым артериальное давление. Вот. И в большинстве случаев это прослеживается именно у молодых жителей, да, планеты. Вот. Если раньше, например, гипертония считалась заболеванием ну, плюс 50, а то и 60, да, то сейчас диагноз гипертонии ставят очень часто людям в 30 лет. Вот. А то даже и того раньше. Сидячий образ жизни, малоподвижный образ жизни тоже влияет на отложение холестерина, на повышение артериального давления. Вот. А в большинстве случаев наша работа сейчас связана именно с сидячим образом жизни. Вот. Опять же, если вспомнить многие японские компании, когда у нас проводилась, скажем так, экскурсия по японскому офису удаленно, у них есть такое правило, что они раз в час обязательно встают и проводят там 5-минутную зарядку, разминку, вот, чтобы чувствовать себя лучше, тем самым повышая даже работоспособность. Вот это как бы основные факторы, почему гипертония проходит зачастую бессимптомно и почему она молодеет. Вот. Само собой, что наилучшим образом
проводить контроль артериального давления можно с помощью тонометров. Вот. Ну и кроме того, есть еще ряд факторов, которые позволяют также либо в норме сдерживать, либо снижать даже артериальное давление. Среди них можно что назвать? Своевременный прием лекарственных препаратов. Но не бессистемно, а именно только после консультации у специалиста. Активный образ жизни. Никто не заставляет вас лезть в горы, пробегать 5 километров каждый день, ну хотя бы встать и сделать разминку, да, там, ну, раз или два в день, или зарядку утром и вечером, тоже не помешает. Снижать потребление алкогольных напитков или курение, которое тоже влияет на изменения деструктивы в нашем организме. Чаще есть натуральную пищу, это овощи, фрукты, вот, яблоки, морковку погрызть, тоже будет способствовать стабилизации или снижению АД. Ну и не очень важный фактор, который приятен зачастую, это сон. Здоровый, полноценный, 8 часов в сутки сон. К сожалению, это тоже не каждый может себе позволить. Но хотелось бы, по крайней мере. Что касательно приборов, перейдем, наверное, уже к ним, да, приборов по контролю за артериальным давлением. Расскажу несколько факторов из истории создания тонометров. Первый аппарат, который более-менее походит на современные модели, да, ну или, по крайней мере, с чего началось более-менее точное измерение артериального давления, был создан в Италии, разработан врач Рива Роча, создал, в принципе, прообраз классического ртутного сфагмоманометра, да, аппарата. К сожалению, точность была далека от идеала, и этот аппарат пришлось доработать. Эта доработка случилась нигде иначе, как в Китае, в замечательном городе Харбине. Русским врачом Николаем Сергеевичем Коротковым аппарат тонометра, который был изобретен итальянцем, был добавлен к нему фонендоскоп. Вот, то есть российская медицина отличалась чем? Что любое заболевание мы старались не только пропульпировать, ну, не мы, а врачи, но и прослушать непосредственно с помощью фонендоскопа. Вот. И фактически случилось, как я говорил, в Китае, да, с 1904 года, когда Николай Сергеевич Коротков опубликовал свой труд, да, по измерению давления с помощью фонендоскопа, медицина шагнула на принципиально новый уровень. То есть вот тот прообраз тонометра, который он создал, да, который дополнил фонендоскопом, сейчас до сих пор применяется в нашей жизни и в практике. Само собой, что наука не стояла на месте, и с развитием современных технологий аппараты стали цифровыми, стали электронными. И вот здесь, как я уже говорил, да, компания ND внесла очень важный вклад. Она создала первый в мире электронный тонометр для бытового использования с осциллометрическим способом измерения. То есть первая компания в мире. Это, по-моему, в каком году? 1977, да? 84-м. Да, современный, достаточно, вот именно тот, который используется сейчас практически везде. Вот. Вроде бы, кажется, прошло не так много времени, да, но аппараты с каждым годом становятся все более совершеннее, более удобнее, более интересней. Вот. Что хочу еще добавить, да, в отношении выбора аппаратов. Вот. Какая есть классификация по ним? Разные типы. Как я говорил, существует механика, механические тонометры, существуют электронные. Электронные, которые измеряют давление полуавтоматическим способом, то есть полуавтоматы. Что это за аппараты? Это аппараты, сейчас я даже покажу, где есть электронный блок, но давление в манжету накачивать приходится с помощью груши. Вот. И есть самые удобные, самые совершенные, самые современные. Это полностью электронные автоматические тонометры. Сразу же хочу сказать, вот, если для вас стоит выбор, да, что подобрать, механику, полуавтомат или полностью автоматический тонометр. Лично мой выбор – это полностью автоматические модели. Вот. Механику предпочитают доктора. Полуавтомат – это как такой переходный вариант от механики к электронным полностью автоматическим моделям. Вот. А самые удобные, самые совершенные – это, конечно же, полностью автоматы. Это вы имеете в виду, что в домашнем использовании лучше подходит автомат? Ну, потому что действительно, вот когда приходишь на прием к врачу, и там становится такой вопрос, что вот о покупке тонометра, они настоятельно говорят, что вот механический, он надежный, там нету никаких
ну, то есть точные все показатели, нежели у автоматических, потому что механические, они очень чувствительны, нежели вот автоматические. Я, знаете, что скажу здесь? Часто слышу тоже такой вопрос в период своей работы. Скажите, пожалуйста, что точнее считают, калькулятор или счеты? Ну, конечно же, калькулятор. Счеты тоже очень точно считают, если вы умеете им правильно пользоваться. Современные калькуляторы не врут, то есть там настолько все точно, да, и проверено годами, что современный калькулятор, даже ребенок сможет с ним справиться. Относительно счета, вот у меня моя дочка, да, их использует, знаете, как очень интересно, как каталку. То есть ей до 2 лет, она в нее садится в счеты и катается по полу, то есть ей очень нравится на них ездить. Вот, можно еще использовать как массажер для ног. Можно и так тоже, да, но специалист, который умеет правильно мерить давление механикой, он померится прекрасно. Если ты не умеешь правильно его использовать, это будет просто выброшенные деньги. Вот. Почему доктора многие используют механику? Потому что она, во-первых, ну, доступнее по цене для врача. Многие врачи, приходя к себе в больницу, там, в поликлинику, получают ее бесплатно. Вот. И во-вторых, механика очень удобна доктору тем, что у нее есть фонендоскоп. То есть с помощью этого прибора врач может не только померить давление, но и услышать, правильно работает ваше сердце, послушать там желудочно-кишечный тракт, вот, легкие, опять же. То есть это как кисть для художника, да, это такой более расширенный функционал аппарата. При всем при этом очень многие доктора используют в своей каждодневной работе электронные тонометры, как бы это странно ни звучало. Вот для примера приведу такой факт. Любая современная кардиохирургическая процедура, да, действие, операция по замене клапана сердца, по замене сердца всего целиком, трансплантология, она проводится с использованием автоматических электронных тонометров. Конечно, они дороже, конечно, они с большим функционалом, но принцип измерения, да, и работы многих частей этих тонометров, они такие же, как и в бытовых приборах. Вот. Так что по точности все приборы одинаковы, но если ты умеешь пользоваться механикой, можно мерить ей. Вот. И еще один очень важный фактор, которого я советую вам прислушаться, да, при подборе аппарата для себя. Для корректного измерения давления нужно соблюдать правила. Правил, в принципе, достаточно много, ну, если интересно, расскажу о них. Но существует два самых важных правила, и, наверное, самое важное правило – это полный покой в момент измерения, отсутствие движения. А теперь вспоминаем, что мы делаем, когда сами себе пытаемся померить давление механикой. Мы достаем аппарат, надеваем манжету на руку, а потом берем в руки грушу и начинаем ее качать, тем самым создавая физическую нагрузку. Вот. Если человек, скажем так, более-менее молодой, для него эта нагрузка будет небольшая. А в возрасте же, там, 60, 70 или больше лет, каждый качок груши это будет своеобразным приседанием или отжиманием. То есть это будет достаточно серьезным вмешательством в наше давление. Вот, поэтому все-таки лучше для самоконтроля, особенно пожилому человеку, использовать автомат. Сел, расслабился, нажал на кнопку, получил точное значение. Вот это чисто рекомендация от меня. Вот, ну, она основана на физиологии, обычных процессах, да, которые протекают в нашем организме. Вот. То есть это не пустые слова. Итак, резюмируя все вышесказанное. Механика имеет место быть. Она больше предназначена для специалистов, для докторов. Если же ты хочешь получить современный аппарат, то это должен быть полностью автоматический тонометр. Выбор манжеты на запястье или на предплечье, на плечо уже остается за вами. Про это мы тоже сейчас немножко поговорим, да, кому какой предложить, вот, и какой лучше подобрать. Итак, от чего зависит точность при измерении давления? В первую очередь, знаете, от чего? От хорошей консультации. И вот часто вопрос, который я слышу на многих своих семинарах, тренингах, обучениях, где приобретать тонометр? В аптеке или в специализированном магазине медтехники? Да? Мой совет следующий. Приобретайте у специалистов, то есть в магазинах медтехники. Вот именно этим мне отчасти и нравится медмагазин, да, в котором, собственно говоря, сегодня предоставил нам площадку, то, что у людей, которые в нем работают, есть время, достаточно для того, чтобы уделить его покупателю, полностью рассказать о всех особенностях. Если необходимо померить давление, там, сравнить некоторые модели, да, между собой. Зачастую в аптеке у провизора, у первостольника нету столько времени, чтобы дать грамотную консультацию. Вот. Они специалисты, но более широкого направленности. Вот.
Вот, собственно говоря, тоже рекомендация. В любом случае, для корректного подбора аппарата лучше уделить чуть больше времени. Опять же, повторю, магазинами техники здесь будут наиболее предпочтительны. Второе, о чем необходимо помнить при подборе аппарата, это размер манжеты. То есть, если вы подбираете манжету, например, там, слишком маленькую или слишком большую для своего объема плеча, да, то это будет равносильно тому, что вы наденете обувь на два размера больше или меньше, чем та, которая у вас есть. Вот, это немаловажный фактор. Еще один момент, о котором многие не знают при подборе аппарата, это заболевание. Вот, то есть от некоторых заболеваний будет зависеть, подойдет ли вам этот аппарат или нет. И вот здесь, к сожалению, даже многие специалисты не знают, кому что предложить. Вот очень часто бывает такой покупатель, который приходит в аптеку стандартный или в медмагазин, мне нужно что-то подешевле. Вот, каждая копейка на счету, я хочу сэкономить. Вот. Не совсем правильный подход. В тонометрах практически всех, наверное, производителей, ну, в большинстве их существует такая градация. Чем дороже аппарат, тем больший функционал и тем больше количество заболеваний он может более точно промерить. Ну, приведу пример более простой, чтобы понимать. Домашний доктор. Вот вам стало плохо, вы позвонили там, не знаю, скорую помощь или вызвали врача себе домой. Вот. Он к вам пришел, какую помощь он может оказать? Может померить давление, померить температуру, дать какую-то рекомендацию. Если вам требуется проведение, там, например, анализов, да, или сделать флюорографию или рентген, он это, конечно же, сделать не сможет. Вам нужно обратиться в поликлинику. Вот, в поликлинике анализы примут и рентген проведут. Если, не дай бог, выясняется, что вам нужна операция какая-то, да, по удалению там, опухоли или еще чего-то, в поликлинике ее провести не смогут. Нужно обращаться в стационар, в какую-то больницу. Вот то же самое и в тонометрах. Недорогой тонометр – это фактически базовый набор функций, условно говоря, для здорового человека. То есть у кого нету ярко выраженной гипертонии, то есть очень повышенного давления, например. Да? Вот. Тонометры среднего ценового сегмента, у них уже расширение идет в чем? Зачастую это тонометры, которые оснащены интеллектом, и, например, при повышенном давлении, при гипертонии, они сразу же понимают, до какого уровня надо нагнетать воздух в манжету. Вот. Недорогие модели лишены этой особенности, они могут делать так называемое ступенчатое нагнетание воздуха. То есть они там, например, накачают до, ну, условно говоря, там 120-130 мм, потом начнут проводить измерение давления, почувствуют, что они его не поймали, начнут делать вторую подкачку. Вот. Это не проблема и не поломка тонометра. Это проблема, может быть, скажем так, неграмотного подбора аппарата. Да? Вы не учли свои заболевания, вы решили сэкономить, купили модельку подешевле, и она вам давление будет мерить дольше, с большей нагрузкой на руку. Вот, Иван, это для профилактики. Угу. Может быть, такая обычная модель и подойдет? Да, больше, чем большинству покупателей, хватит ее за глаза. Вот, ничего другого и не нужно. То есть, почему, кстати, самые простые модели бьют рекорды по продажам? Именно из-за того, что очень высокого давления, ярко выраженной гипертонии есть далеко не у всех. И если вам нужен тонометр, который будет периодически измерять давление, да, просто для домашней аптечки, базовых моделей хватит за глаза. Вот. Если же в процессе подбора аппарата выяснилось, что у вас ярко выраженная форма гипертонии, берем средний ценовой сегмент. Вот. И при самых серьезных заболеваниях, связанных с работой нашего сердца, да, например, при таких, как мерцательная аритмия, да, вот, после перенесенных операций по инсульту, инфаркту, да, там, по замене клапана сердца, лучше брать самые дорогие модели тонометров, у них функционал будет самым большим. Вот. Мерцательная аритмия, для справки, заболевание... Ну, не могу сказать, что тоже очень популярно, достаточно редкое, но при мерцательной аритмии недорогие тонометры не промеряют давление. В большинстве случаев они просто показывают ошибку. Ну, вот. Вот такая градация. То есть они не настолько чувствительны к вот этим колебаниям, которые там, импульсам, которые происходят вот в крови, да? Нет, да, совершенно верно. То есть чем тонометр дороже, тем он фактически может промерить давление и при нагнетании воздуха, и при стравливании воздуха. То есть такой двойной контроль. Сравниваются показания, если не сильно расходится результат, то давление будет у вас на экране. Недорогие модели это сделать не могут. Как, опять же, вот я говорил вам, да, как врач, который пришел к вам домой, не может провести операцию по пересадке сердца.
Вот. Вот от этого зависит в большинстве случаев цена тонометра. Ну и тут какое, можно сказать, решение. Если вы приобретаете аппарат и знаете, что у вас гарантированно ничего нету, да, все в порядке, нужно раз там в день или раз в месяц померить давление, берите самую недорогую модель. Но тонометр мы приобретаем не на один день и даже не на один год. И если вы посмотрите на тонометр ENG, это компания, которая дает одну из самых длительных гарантий на свои приборы. 10 лет. В течение всего этого срока, да, вы можете совершенно спокойно обратиться в сервисный центр. Если у вас что-то случилось с аппаратом, вам его бесплатно отремонтируют, продиагностируют или даже поменяют на новый. Вот. Поэтому лучше брать аппарат на вырост. И если посмотреть на нашу ассортиментную линейку, да, средняя модель, как бы такой, ну, золотой, можно сказать, стандарт или первое предложение, это модель тонометра UA777, 3 семерки. Чем этот аппарат знаменит? Очень давно продается на рынке, вот, очень хорошие продажи, и он настолько хорош, что был единственным тонометром, который использовался космонавтами на Международной космической станции. На МКС проходил эксперимент кардиовектор, то есть в условиях невесомости космонавты измеряли свое давление, ну, чтобы понять, какое оно, как оно меняется. Измеряли они 3 семерками. На YouTube есть видео, где это можно посмотреть вживую. Вот такой вот тонометр. Недорогая модель эконом-сегмента – это 3 восьмерки. Вот он, сейчас я покажу. UA888 может быть в формате эконом. Вот, может быть обычные восьмерки. Отличие в том, что у него есть чехол для хранения. Вот. И, как говорится, модель, которую можно назвать одним словом универсал, то есть самая дорогая, самая функциональная, которая может промерить давление с любой манжетой, и маленькой, и большой, которая может промерить мерцательную аритмию. Это тонометры из тысячной серии. То есть называются они UA1200, 1300 или 1100. Вот, они, конечно, стоят уже намного дороже. А в их комплект уже входит как универсальная манжета для всей семьи, либо там необходимо комплектацию отдельно приобретать? Да, фактически да. Как я и сказал, тысячная серия – это прибор. Все. Это прибор. Да. Там манжета идет уже по умолчанию универсальная. 3 на 37 сантиметров, но это тот размер руки, который подходит 90% населения Украины без проблем. Вот. А вот детям тоже можно использовать, ну, универсальную такую? Тоже будет? Все зависит от объема руки. Если объем руки находится в пределах от 23 сантиметров, значит, использовать можно. Если не будет эта манжетка, то есть ручка меньше, то у нас есть в ассортименте малая манжета 18 на 22 сантиметра. Вот. К тысячной серии она также подключается без проблем. И вот отличие, опять же, более дорогих моделей от более доступных в цене в том, что, например, к 3 восьмеркам малую манжету, ну, вот так вот она выглядит, да, малая манжетка, уже нельзя подключать, результат будет не точным, не корректным. Вот как бы тоже разница в чем. То есть... А еще расскажите про, вот есть запястные тонометры. Тоже многих интересует такой вопрос. Существует такая гипотеза, что, например, рекомендуют использовать запястные тонометры больше молодым людям, нежели пожилым, потому что это все-таки не фиксируется, уже не так прощупывается пульс, скажем, у пожилых людей, нежели вот более у молодых. Насколько могут люди там после 60, например, применять вот эти тонометры, насколько будут точными показать? Здесь ответ такой. Официально возрастные ограничения по верхнему пределу для запястников сейчас сняты. Причем они сняты не производителями тонометров. Это также была, ну, организация EHS, Европейская ассоциация гипертоников, да, она провела тестирование современных аппаратов, это было уже лет 5 назад, и пришла к выводу, что возраст не является помехой для современных запястных тонометров. Но вот мой личный опыт говорит о чем? Все очень индивидуально. И при подборе запястника нужно учитывать следующие факторы. Если у покупателя, да, есть травмы запястья, то есть, например, там переломы, порезы, ожоги. Ну, переломы именно запястья. То есть, если вы когда-то там палец на ноге сломали, да, то запястником можно пользоваться без проблем. Вот. Все, что касательно запястья, все, что может как-то повлиять на проходимость сосудов или утолщить, например, ну, при ожогах, да, кожный покров, это может повлиять на точность запястника.
в возрасте, согласитесь, может быть больше вот этих вот травм, ну, в силу того, что с каждым днем может получиться что-то новое. Совет какой? При использовании запястника, при покупке запястника рекомендуется сделать тестовые измерения двумя приборами, то есть плечевым и запястным. Сравнить два показания, если они находятся в пределах там, 5-7 мм, вам можно совершенно спокойно пользоваться запястником. Если расхождение очень большое, тогда лучше брать плечевой. Вот так. То есть по верхнему пределу ограничений нету. И вот опять же моя бабушка, я ей мерил давление запястником в 102 года. Разница между плечом и запястьем у нее была порядка 3-4 миллиметра, не больше. Ну да, как-то даже и немного. Совершенно верно. Знаете, что было самое сложное? Сказать бабушке, как им правильно пользоваться. Да ладно. Да, в этом возрасте, конечно, уже просто подставляла свою руку и нажимала сама на кнопку. Но еще один очень важный момент между плечевым тонометром и запястным. Запястники безумно чувствительны к соблюдению правил по измерению давления. И что это за правило, что это за особенности, я вам сейчас их тоже озвучу, потому что среди наших слушателей могут быть потенциальные покупатели запястников, которые, купив аппарат, потом придут и скажут, что он у меня врет, он показывает некорректное давление. Да? Расскажите, как правильно пользоваться. Итак, уважаемые слушатели, внимание на экран. От чего зависит точность измерения давления на запястье именно? Первое. Обязательно важно, чтобы одежда, которая сковывает наше запястье, не сдавливала его. То есть, если вы закатываете свитер или рубашку, и у вас здесь образуется тугая манжета, да, ну, например, зимой свитер закатали, не пользуйтесь запястным тонометром. Он даст неточный результат. Одежда обязательно должна быть свободной, не сдавливать запястье. Второй момент. У большинства запястных тонометров датчики, которые промеряют давление, находятся вот здесь вот на тыльной стороне аппарата. Вот здесь их можно даже нащупать. Пульс лучше всего прощупывается также на тыльной стороне нашей руки. Поэтому, когда мы его застегиваем, аппарат должен находиться в той же плоскости, где и ладошка. Вот ладошка, экран, одна плоскость. Если вы его сдвинули, если, не дай бог, надели как часы, получите неточное значение. Вот, очень были частые обращения покупателей, которые приходили, как часики, говорят, а он еще и время показывает, да, буду носить. Но точность будет очень низкая. Это второй фактор. Да. Третий фактор. Вот сейчас тех прошу, кто смотрит на меня, да, поднимите, пожалуйста, вашу руку. Вот так вот, чтобы видно ее было. И скажите следующую фразу. Клянусь соблюдать все правила по измерению давления. Ну, конечно, это шутка. На самом деле, нет, руку не опускают. А для чего я это попросил сделать? Нащупайте у себя вот здесь вот запястную косточку. Такую ярко выраженную, да. Желательно, чтобы манжета находилась чуть ниже этой косточки. Потому что частенько бывает, да, что она такая выпуклая, да, и плотно приложить манжетку уже мешает. Вот. Застегнули плотно достаточно, но не туго, то есть рука не должна синеть. И четвертое условие, да, то есть первое, одежда не сковывает, второе, тыльная сторона запястья, третье, под косточку. Четвертое условие, меряем на одном уровне с нашим сердцем. А вот в этом очень часто возникают проблемы, потому что многие покупатели не знают, где находится сердце. Вот, хорошо, если знают там справа или слева, да, это уже неплохо. Но если мы используем запястный тонометр, это не важно. Важно, высоко или низко. Вот. Если аппарат будет расположен слишком, прошу прощения, как многие видят на картинке, да, потрогал свое плечо, аппарат приступает к измерению. Это неправильно. Сердце находится чуть ниже. На четвертом межреберном пространстве, да. Но чтобы понимать, сейчас пристану немножко, да. Вот расправили руку, плечо, локоть, делим посередине и проводим вот такую вот линию. То есть аппарат по измерению давления должен находиться всегда на одном уровне сердца. Тогда точность будет высокая. И если он выше или ниже, к сожалению, будет погрешность. Согласитесь, для плечевого тонометра, если мы манжету одеваем выше локтя, да, намного проще соблюсти это условие. Ну, вот. Поэтому, резюмируя все уже сказанное, хоть и нет ограничений по верхнему пределу измерения давления, да, но запястники при этом намного чувствительнее, намного капризнее к соблюдению правил по измерению давления. Вот такое резюме. Я всегда рекомендую запястный тонометр как номер два. То есть у вас дома есть основной плечевой, вот, но для того, чтобы контролировать давление где-то в дороге, да, вы приобретаете запястный. Обязательно спрашивайте у сотрудников медмагазина, как им правильно пользоваться, все это
учите, вот, только после этого приступаете к измерению давления. А мы, в свою очередь, обещаем еще раз напомнить в своих публикациях в социальных сетях тоже краткую такую инструкцию, как правильно пользоваться запястным тонометром. А еще скажите такой момент. Вот вы запястный тонометр использовали на правой руке. Если вот плечевой тонометр, как тоже необходимо принципиально на правой руке измерение делать, либо же можно и на левой? В действительности, наверное, камера отражает, потому что я мерил на левый, да, ну да, действительно, зеркальное отображение идет. По поводу руки. Лучше мерить давление на той руке, на которой выше давление. А как это определить? Меряем давление на правой, сравниваем с тем же самым давлением, которое у нас получилось на левой руке. Вот, и на той руке, где оно выше, это ваша рабочая рука. В большинстве случаев это будет левая рука, ну, у вас зеркальце, да, это будет левая рука. Вот, потому что сердце находится ближе к левой части организма. Зеркалит, опять же. Проверить, да, достаточно просто. А еще, кстати, один важное замечание. Между измерениями давления нужно делать паузу. Примерно 10, а то и 15 минут. Тогда давление будет совпадать. Если мы меряем подряд, сразу же, не снимая манжету, разница может быть достаточно существенная. Там 10-15 миллиметров вполне между измерениями. Опять же, по правилам касательно. Так, еще что хотел сказать, кстати, про три семерки, про нашу золотую середину, особенно для новых покупателей это будет полезно. У этого тонометра есть две очень интересные функции. Функция правильного положения манжеты и функция движения. Вот самые часто нарушаемые правила, это заключается в чем? Человек двигается, в процессе замера человек неправильно накладывает манжету. Если вы сомневаетесь в своих силах, да, лучше брать аппарат с помощником. То есть этот тонометр не только померяет давление, но и подскажет, как это правильно делать. Вот модель UA777. Вот в трех восьмерках придется рассчитывать только на себя. Аппарат. А помощник, там какой-то индикатор, который высвечивается на экранчике, либо это какой-то голосовой помощник? Нет, это будет именно значок, я вам сейчас постараюсь показать, вот не знаю, видно будет сейчас его. Вот такой вот человек с трясущейся рукой говорит о том, что манжету вы надели неправильно, было зафиксировано движение. А по поводу манжеты, вот такой значок показывает, что прибор обнаружил движение. Вот, давление лучше перемерить. Кстати, на многих наших упаковках как раз есть шкала ВОЗ по классификации давления. Вот, и тоже можно наглядно это увидеть. Но в действительности можно даже не смотреть на упаковку, потому что на самом корпусе прибора также будет нанесена вот эта шкала. Вот, и в зависимости от вашего давления, которое вы увидите на экране, аппарат покажет вам результат. Видите? Данное значение признается высоким нормальным. Жить можно, но уже лучше насторожиться. Вот, опять высокое нормальное. Если будет в красной зоне преобладать давление, то тогда, значит, вам лучше обратиться за помощью к специалисту. Тоже очень удобная функция. Есть практически на всех наших моделях. Вот. Кстати, про запястный тонометр. Опять же, если вы сомневаетесь в высоте расположения аппарата, приобретайте более дорогие модели, в частности, модель UB505, 505, у которой есть специальный индикатор правильного положения руки относительно сердца. Вот что хотел сказать. Так, Юля, еще какие-то, может быть, вопросы есть у наших участников? Или что-то? Сейчас вот мы же смотрим. Друзья, пишите тоже в комментариях. Вы все так нас заслушались, что даже не вижу, чтобы какие-то вопросы были. Если у вас в ходе нашего доклада появились какие-то у вас вопросы, то, собственно, пишите, мы будем на них отвечать. Как я и говорила, в начале эфира у нас тоже были вопросы, которые мы собирали перед анонсом, либо время анонса. Хотелось бы, вот наши подписчики интересуются следующими такими моментами. На часть вопросов вы уже даже успели дать ответ. Я думаю, что их даже можем и пропустить, потому что услышали. Ну или можем резюмировать их, чтобы те, кто присоединились, да? Да-да-да. Кстати, вот сейчас у нас поступил во время эфира вопрос. Добрый день. Насколько точные показания аппарата давления ЭНДИ у людей с артериальной гипертензией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ну, что хочу сказать по этому поводу. Смотрите, артериальная гипертензия, как я уже говорил, бывает трех видов, да, трех стадий. И если, например, у вас давление там в первой степени гипертонии, то есть выше 140, в принципе, любой аппарат вам покажет точное давление. Если же
давление зашкаливает там, выше 180, то есть это уже третья степень гипертонии, лучше брать аппараты, в которых есть система интеллекта, которые чувствуют, до какого уровня необходимо нагнетать воздух в манжету, вот, и не делает так называемых подкачек. Сейчас я покажу, о чем идет речь, опять же, на упаковке, чтобы вы понимали, да? Вот, компания ND разработала вот такую систему интеллекта, которая называется Intellitronics. Вот. И эта система как раз очень положительно влияет на измерение давления у людей, страдающих ярко выраженной формой артериальной гипертензии. То есть, как я уже говорил, аппарат не делает подкачку. Частенько бывает, что пожилые наши покупатели, там, бабушки, например, с высоким давлением, приходящие в аптеку или в медмагазин, приобретают недорогой аппарат, а потом возвращаются и говорят, почему он качает два раза. Вот. Он что, сломан? Он что, работает неправильно? Нет, он работает корректно. Но именно из-за того, что он недорогой, нельзя его сделать универсальным, да, подходящим для всех. Вот. В нем нет интеллекта, из-за этого возможны подкачки. Вот. Ну, а чисто уже психологически аппарат накачал два раза, он сломан, он не работает, из-за этого может повысить артериальное давление. Вот. Поэтому, опять же, повторюсь, подбирайте прибор не исходя из-за цены, а подбирайте прибор, исходя из своих болезней, заболеваний. Вот. Нельзя лейкопластырем починить перелом, вот. Восстановить сломанную там, конечность. Да? Нужен для этого гипс. То же самое с аппаратом. Спасибо за ответ. Вот у нас как раз более по симптомам. Мерцательная аритмия. Какой лучше брать? Либо механика, либо тысячная серия. Но в любом случае при таком заболевании необходимо перед покупкой сделать тестовое измерение. Вот. Тысячная серия, опять же напомню, это наши аппараты, которые именуются, сейчас, одну секунду, вот здесь, 1100, 1200 или 1300. Это название модели. UA 1100, 1200, 1300. Они проходили тестирование на больных с мерцательной аритмией, с диагнозом. Вот, и в ходе тестов у большинства, ну там 99,5% покупателей с мерцательной аритмией были точные результаты. Вот. Обязательно тестируйте перед продажей. Ну и перед покупкой тоже. Если вы прибор приобретаете, там, например, для бабушки, которая не может прийти в аптеку, у нее есть подозрение на мерцательную аритмию, не экономьте, возьмите сразу более дорогой аппарат. Вот, иначе это получится аппарат, который, ну, вы не сможете использовать. Да, и зачастую аппарат полностью исправен, очень сложно вернуть обратно. Потому что по закону защиты прав потребителей, да, в Украине в том числе, я сейчас точно не помню его номер, возврат медицинской техники надлежащего качества, да, невозможен. Вот, так что это тоже нужно учесть. Ну, иногда магазины идут навстречу покупателям, что это можно поменять. Вот. Всегда случаи индивидуальные. Само собой, да, само собой. Следующий у нас вопрос, который поступил до эфира. Я занимаюсь бегом. Скажите, пожалуйста, каким должно быть артериальное давление до бега и после бега? Здесь все индивидуально. Все зависит от того, какое артериальное давление было у вас, в принципе, в норме, да, до бега. Ну, считается как, что после бега, после не спринтерских забегов, скажем так, и не марафонов, давление повышается в среднем на 20 мм ртутного столба. Вот. Однако после самой тренировки оно снижается. И более того, многим гипертоникам врачи рекомендуют делать пробежки, ну, опять же говорю, не слишком активные, если тем более у вас там первая или вторая степень гипертонии, да, начинаем примерно с 15 минут в день, может быть, даже не столько бега, сколько быстрого шага. Вот. Это приводит, если вы каждый день будете бегать, так вот, да, постепенно увеличивая нагрузку, через год это может привести к тому, что давление ваше понизится на 15-20 миллиметров также. Вот, то есть главное не злоупотреблять. Ну, а если прям четко ответить на вопрос, то в момент бега, в момент активной физической нагрузки давление повышается примерно 20 миллиметров. Вот, после того, как вы пробежали, оно даже снизится. Вот. Вот так. У нас, кстати, был еще такой вопрос. Какие занятия спортом противопоказаны при высоком артериальном давлении? Любые активные, ну это явно не шахматы, да, любые активные виды спорта, где подразумевается большая нагрузка на организм, но еще раз подчеркну, все должно быть дозировано. Все зависит от степени гипертензии, да, при первой, при второй степени, в принципе, нагрузки допустимы, небольшие, вот, при третьей степени гипертензии только после консультации с доктором.
Вот. Угу. Если он не возражает, если он говорит, ну, сделайте там 2-3 приседания в день. Вот, вполне можно допустить. Одну минуточку, я вижу просто, что у нас сейчас через 4 секунды прервется эфир.